Что хосты нормально? Не, 700 хосты, ебать. 700 хосты это с учетом того, что я все в этот запихнул. Это где в ШП? Да. А то же больше. А СПД сколько? Ну вот сейчас у меня я с каской, с... Ну со всеми бафами, что у меня тоже. Со всеми хз, я не знаю. Сейчас 3200. Вот у меня 2959. Ну сейчас сказка. СПД. А, ну да, силапки 3200 у меня. Тут как бы и СПД больше дамага дает, и хоста больше, но там в пересчете у тебя, допустим, тринька прокает на 800 СПД, а у меня одна тринька и вторая дают статичный СПД, и одна прокает 500 хосты, а вторая прожимная 2 минуты КД и 860 хосты. И тоже залупа получается. А... Была бы какая-то, я хуй знает, СПДшка, блядь. Допустим, триня на хосту и прокола СПД само по себе. Секунд на 15. Вы бы вообще сок. А, мне даже еще. Мне 16% смелости, ебать. Я еще просто плечи одел. Отец. Яру нахуй. Вот эти тапки мне тоже надо, блять, которые 39-е там сочные. Какие-то же есть еще критхаст чисто, да? Да, да, с этого, с Йоксорон 39. А, да, вот их надо, блять. Это вообще пиздец. Мне по факту почти все шмотки с меткостью, но не все. Плащ тоже обоссанный. Тупо духаст, нахуй. Ну это на хаприста. Духаст. Духаст, бич. 16%, я ебу. Ты столько статов проебано просто. Никуда. Не знаю, под СПДшкой, если типа СПДшки много, прокает. Этот взрыв должен нормально давать. Но опять же, его невозможно, типа, всегда соблюсти. Там доты, блядь, заканчиваются. Сколько у тебя хосты? 831. Это у тебя с этими, да? С сакетами хостов? Да. Ну, вот, а нет, у меня все в СПД, ебать. Ну, сакетов у меня получается сколько сейчас? Раз, два, три, четыре. А кисти с хостой, ну, чаркой ниджой? А, нет, у меня ниджи нету. А, ну вот, у меня еще на чарка, видишь, я типа могу сокет и перебить чаркой ниджой. 8 камней на хосту, это 160 хосты, короче. Ну, 230 вот я собрал, плечики выпил, все 232. У меня просто плечики были с духом, хаст дух, а сейчас у меня плечики меткость крит, ебай. Бля, я вот не знаю, я вот чисто не игрок одного класса или двух, я вот все 10 хочу, потому что я, блядь, смотрю вот это, читаю Т4, и там интересно, там начинаешь и армсом играть, и энхом, и элемом. Те классы, которые на стандартном личе, их никто, блядь, не берет. Ну, раз в пятилетку кто-то вкачает, какой-нибудь топ-игрок, который знает там классы, калькулятор сидит, включает там, считает эти статы, блядь. Вот у нас один челик играл, он, короче, ебать, ну я не знаю, нахуй, он... Ну тупо на всех классах, танках, хилах, ДД, блять, он просто топовый, нахуй, просто, блять. Энхам зашел, топ ДПС, Элем зашел, топ ДПС, пиздец, Валанир дали, топ ДПС, блять, ну, ХПС. Просто пиздец, везде топовый. Я его передамаживал только варом, вара на вара передамаживал, и то, блять, когда там, ну, прокнет, не прокнет в одинаковом гире. Мне кажется, типа, вот, ШП в крит СПД, мне кажется, смотрится интереснее, чем в хаст, ну, не знаю почему. А, ну, да заебись смотрится. Тут да. Просто так же, блядь, кастуешь. Ты и критуешь много, и у тебя дотки очень сильно тикают, то есть. Ну. Да. А хаст, типа, ну хаст, ну. Ну хаста все равно. Там это все, я говорю, это калькулятор, типа. Какое-то значение берешь, типа, вот допустим, вот эти две трини берешь, 500 и 800 хосты прокнул, это же дохуище. И когда перевешиваешь вот этот палец с всепожирающей, они быстрее протикивают, из-за этого ДПС вырастает. Они протикивают намного быстрее. Из-за этого они больше ДПС наносят. Ты их перевешиваешь заново, и ну ДПС от них много. А, и вы тут пешком хуярить? А, смонит уже выпуклоникся. Ладно, ну, надо лететь, открыть полет. Ну, вот тут не получится, как на X2 тебе в ШП там 1400 или сколько там хосты собирать. Там, ну, типа, да. У тебя усилков нахуй 300+. А тут хуй. Так что, нахуй, тут СПД... Так это понятно. Типа, блядь, важнее. Это да. Блядь, я куда-то застрял, нахуй, сука. Какие-то, блядь, деревья заебали, видно нихуя.
Сука, вот, блядь, такую локацию сделать, блядь, эти листья, блядь, в глаза, нахуй. Я одни листья вижу, не вижу, куда еду, блядь. Мне надо доехать до желтого полетчика, блядь. Мне вот интересно, наличие, блядь, ледяная трапа прокола или нет на изготовку? Потому что, сука, на всех, блядь, ебучих сервах, на которых я играл, на европейских, на СНГшных, везде она дает стайки на изготовку. А это, смотри, я тебе рассказываю, это так раньше работало на NIS-2, что на изготовку прокола отправ, но ее убрали, потому что это была имба. Потому что ее сурвы все обузили. Да, я помню, сурвы обузили. Я был одним из этих сурвов, нахуй, который обузил. И потом, да, ее потом убрали, на боссы больше не играли. Ну, она, блядь, работает везде. Вот я захожу, блядь, на дырпуль, нахуй, я играю своим сурвом вообще спокойно, причем там фреймы такие. Становишься на минимум, ты можешь стрелять, ставить себе под ноги трапы и, в смысле, не двигаясь с места, дамажить. Там фреймы другие, все другое, вообще имбана. Тут же, сука, тут же надо пиздец потеть, нахуй, чтобы какой-то дымак наносить за него. Но по факту, вот они, надо было им включать на X4, а на X2 убирать, типа, ну, оно, видишь, как, типа, ну, может быть, они, если убрали на X2, убирать. Ну, вот да. Я знаешь, что жду я, сука, жду ебаного выхода лича, нахуй, чтобы тыкнуть им в ебало просто вот это, смотрите, пидоры, это вот так работает, нахуй. Чтобы они, блядь, сделали все по-человечески. Сейчас Гавайк вам на локи зайдет. Саня, ты потом пойдешь на Алгалона? Вот какое-то тело взяли уже. А, взяли? Я, блядь, да, я взял уже. Ну, может, кикнуть его, пока КД не повесили. Если он зайдет. Нам потом это, Владимиру это, десятки Алгалона, зайти тут на босс. Зайдешь, Саня? Да. Заебись, мы тебя ждем. Что-то арсала нету. Че, мы не будем кикать ханта? Давай, кикну. Давай, Пати. Сейчас. Наебали пацаны, блядь. Ценза. Он пока не вылетит, он не сомнется. Че, я пришел сам. О, нихуя. А, это арсала, потому что нет. А кто тут в инсте стоит? Хант. Он тут кастует уже камень. А шо это за хуй? Да, ну, блять, пуп какой-то. Никто не писал, я с ОФК добрал. Че, как тебе рейд, Кирилл? Да изи пронесли. Ебать, у вас там все 230, да, конечно. Пошли, ебать. Пойдемте. Еще бы мы не пронесли. Мы чуть-чуть, мы прям на чуть-чуть отставали. Ну мы прям вообще, мы все пронесли без вайпов. Мы только на трэш один раз вайпнули здесь. Да, ну вот поэтому, типа, и мы не отставали особо. Тут, он то говорит, за тебя вайпались. Че, он так много сейчас ролил? Ну? Много сейчас ролил? Да ничего не падал. Какие-то тапки забрал на этого, на танка. Запа и что-то еще. А такой зиппи, знаете такого вара зиппи? Хочет гибнуть. Че? 228 прот, то 224 хуй. Да нам аугу некуда девать, куда нам еще одного вара? Ну, не, типа, конечно, может он сидеть на замене, как обычно. Протиком может. Ну, типа, с его. А, ну там столов. Посмотрим.
блядь, вы вообще бьете? Прям, блядь, короче, будем, что есть, нет, не есть. Прям сразу вылетаем и ебашим. Ты про чё? Хавать? Давай, короче, чтоб время не тратить, прям залетели, пизданули. Все зашли. Все, давай, диагар, блядь. Ну, короче, жрите там, кому надо. Блять, жрать хочу, сука, как товарина. Давай, пошла за полочка. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красиво. Да, малохвас, сорви агро. Ты в демоне? Я всегда в демоне. Я раз вижу. Я висик был в демоне. И где был демоном? На Алголоне? Нет, на Алголоне не был, в Дестрике. Там надо было дамажить. Ты еще вроде неплохо дамажишь. Ну все, типа форма кончилась, да, до свидания. Ага. Мало десяточку борту подъебашишь. Давайте, Герман. Что происходит? Он нас ебаться там испугался. Так, дракончику давайте, ребятки, на климат. Вышел, дядька большой. Фаза еще будет. Фаза спустилась. Хоть бы перевели ее, потому что не вах. Тупое спидранование получается. Молдав десятку держит под десятку. Я не знаю. Ты спрашиваешь, шаман, сюда бог, ты будешь действительно в 25-ку ходить? Или так чисто залетел по року? Да, шаман? Это просто ты много раз, я видел, сидел во время РТ, ебать, онлайн, но не плюсовал на РТ. На нахуй, ебать, СГО. Космо, бэр меня. Дашь, бэр по один еще. Ёб твою мать, вы чё, рофлите себя? Что творится вообще? Ну это фир. Ну я понимаю фир. А там трепет стоит вообще? Стоит. Забейте. На коляске нахуй. Бля, меч упал охуенный. Сука, а присты мечи не носят. А квест там... Как же? И смотрите, и падает башка на мага, мага нет, падает башка на ДК, ДК нет. Все в порядке вообще? Ну, я на мага залутал только что, блядь. Че, кому-то меч пойдет? Бошку там сами разберетесь, кому нужна, кому не нужна. Неплохие. И, кстати, тоже там шипашку приодел, у меня 230-я шипашка. Там плечи забрал, кисти забрал. 245-е кольцо открыл. Башка на ДКшника какая-то мутная. Меткость пробивания. Шо попало, блять. Так, малах. Мечик забрал ГЦ. А у тебя есть сафранд, малах?
острова. Блядь, а кто вообще суралил сейчас оффхенд? Суралил его, по идее, нечаянно, да, по-моему? Блядь. Спрашиваю у него.